Гостями праздника, организованного по распоряжению главы Сочи Анатолия Пахомова, стали представители всех социальных структур города, пенсионного фонда и Центра занятости населения, отделов ЗАГС и Управления по вопросам семьи и детства. Этот праздник, который страна празднует вот уже около 20 лет, но, конечно, традициям социальной работы на Руси гораздо больше лет. Сегодня мы этим приемом тоже благодарим наших сотрудников социальной сферы, которая насчитывает сегодня более 20 тысяч работающих. Прием в необычной форме стал возможен благодаря сотрудничеству с Сочинской филармонией. Кроме грамот, лучшие представители социальных служб получили оригинальные подарки в форме сердца. Я не могу пройти мимо человека, которому плохо. Я не могу пройти мимо ребенка, которому плохо. Хочется все время помогать, что-то делать. Наверное, вот это вот в сердце это есть. Наверное, это дано, потому что, ну, если бы не было бы, наверное, у меня такого, не было бы и моих социальных работников, и моих заведующих, которые как костяк большой. Прием открыл серию курортных вечеров на морском вокзале. По субботам здесь будет играть оркестр. Прозвучат и классические мелодии, и популярная музыка. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.